Бро, ты до сих пор переплачиваешь за игры, а из рандома падает один шлак? Есть решение. Заходи на softsbuy.ru. Ведь только здесь ты купишь батлу первую за 35 рублей, Майнкрафт за 12, а фифу вообще за 50. Хватит переплачивать и начни играть прямо сейчас вместе с SourceBuy. Ссылка в описании. Привет всем любителям заглянуть за грани возможностей игр и узнать что-нибудь новенькое. Серия Fallout в большинстве своем популярна не только из-за прекрасного игрового процесса, сюжета и атмосферы, но и из-за большого и интересного открытого мира. Но, как и все остальные игры в сэндбоксе, у постъядерного мира есть свои границы. В третьем Ведьмаке, например, когда мы движемся в сторону от заданного разработчиками пространства, нас отсылают назад, объясняя это живущими в тех краях драконами, что... довольно глупо. Сегодня я бы хотел рассмотреть, как далеко можно зайти в играх серии Fallout и то, как разработчики ограничили места наших приключений. Спасибо за ядерлайк и тыканье по подписке и колокольчику. Приятного просмотра! Для начала давайте посмотрим на классику в лице первой части Fallout. Как и во второй, здесь все намного проще, чем в 3D играх серии. Карта мира здесь оканчивается с одной стороны просто концом интерфейса Пип-Боя, а с другой океаном. Это на самом деле очень атмосферный момент. Помню, когда я играл в первую часть ребенком, я любил просто доходить до сюда и немного посидеть и расслабиться. Но вот в 3D играх все намного сложнее, ведь и карта стала меньше, да и игрок не должен увидеть просто стену. Поэтому, задавшись целью найти край мира в трешке Нью-Вегасе и четверке, я готовился к каким-нибудь хитростям от разработчиков. Что же они могут такого налепить, дабы обмануть игроков? Первой игрой стала, конечно же, тройка, и... здесь ничего нет. Мы просто утыкаемся в невидимую стену и не можем двигаться дальше. При этом там, дальше, есть что-то интересное. Да что там, я даже вижу кротокрысов, которых могу убить. Но почему-то пули могут лететь в сторону неизведанных мест, а я... нет. Серьезно, даже с включенным режимом ноуклип я не могу пролететь. Обидно, но у нас впереди еще две игры. Нью-Вегас в этом плане куда как интересней. Разработчики из Obsidian наворотили за пределами досягаемого очень просторные пустыни и множество гор, а в некоторых местах можно увидеть даже разрушенные здания и мосты. Забавно, что столько контента осталось неиспользовано. Было это осознанно или же в конце разработки пришлось сократить карту, неизвестно. На самом деле, здесь очень много мест, по которым можно сделать отдельный материал. Если вам это интересно, то ставьте свои лайки и отпишите в комментариях. Попав в четверку, я надеялся на лучшее, но, конечно же, Bethesda не сделала никаких изменений с третьей части. При этом я не понимаю почему, ведь местность на севере и востоке Содружества очень гористая. Юго-запад практически полностью занят светящимся морем. Так почему не сделать органичные преграды, чтобы игрок не выпадал из атмосферы? Ответа нет. На этом я закончу сегодняшнее видео. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ, то приглашаю вас в комментарии. Давайте продолжим общаться там. Делайте по утрам зарядку и плотно завтракайте. Необходимо набирать сил на весь день, тем более зимой. Всем удачи и пока!